Доброго времени суток, ребят. Начали добавлять мурки антибиотик. Жидкий, забыл, как называется. В общем, молоко, ну, чтоб сильно вкус не испортился. И чуть-чуть йода начали добавлять, там не надо, в разную ее пищу. И щека начала спадать вот с сегодняшнего дня. Вчера вам не снимал ее, потому что пытались целый день. Сначала не хотела, потом хотела. Смурк-мурк. В общем, потихоньку, слава богу, начала сходить. Нету косточки у нее в десне. Видать, это не косточка, ребят, а укусила крыса ее. Когда она была в сарае. Вот, помните, я записывал, не было мурки. Более суток ее нечаянно закрыли в сарае. Там, видимо, у нее была драка с крысой, и она ее невольно укусила. Поэтому это не косточка, потому что зажимали ее, смотрели десну эту. На пальце я одевал перчатку, специально такую тоненькую, как в магазине, прощупывал все. Ничего я не нашел, то есть там нет внутри никакой опухоли, это наружная. Укусила ее, скорее всего, но антибиотик помогает. Антибиотик или йод, я не знаю, или все вместе потихонечку начинает опухоль это спадать. Михаил. Красавчик. Все только что позавтракали, ребят, попили молочка. Я сегодня еще молока заказал. Где рыжик? Рыжик где-то в квартире, ой, в хате где-то убежал куда-то. В общем, всем хорошего дня, хорошего настроения.